иду, сажусь за счастьем на базар, а после в супермаркет с удачей. И что с того, что это не товар? Я попрошу еще любви на сдачу. И взвесьте мне, пожалуйста, грамм 100 той совести, что с краю полкой ниже. Просрочено? Ну ладно, я потом куплю в другом ларьке. Вижу, по акции есть скидка для меня. Давайте доброты, насколько хватит. А есть у вас от злых людей броня? Что-что? На это деньги жалко тратить. А средства есть от шалости у вас? Микстура от тоски, сироп от скуки. Продайте мне еще вот этот шанс и крепкую настойку от разлуки. Уюта мне семейного мешок, чтоб высший сорт, другого мне не надо. И красоты вон той с пометкой «шок», таблетки от низкого взгляда. А дружбу как? Поштучно или на вес? Сегодня вы любезно продаете. Нет, не куплю, а просто интерес. Зачем так жить? И если смысл в расчете? Еще здоровье близким прикуплю и буду им дарить на дни рождения. В продаже зависть, зависть не люблю. Продайте лучше полкило терпенья. Доверия не нужно. В прошлый раз купила оптом. Ненадолго хватит. Продайте все запасы слез из глаз. Моя судьба вам с радостью заплатит. Зачем? А чтоб не плакала душа у тех людей, в которых много света. Ведь жизнь тогда добра и хороша, когда у вас продажи боли нету. Нет, счастья на базаре не купить. Но если мы, все мы, научимся делиться, тем самым счастье и любовь дарить, то все плохое просто испарится.